Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я отреагирую по заказу моих замечательных спонсоров с boosty.to/Судаков на песню «Допамин» группы Юнис. Напомню, что группа Юнис была сформирована под в процессе шоу «Universe Ticket», который я так и не смотрел. Может быть, даже уже немножечко зря. Кто его знает. Ну так вот, в общем, я уже реагировал на песню «Супервумен». Ссылка где-то вот здесь будет. «Супервумен» мне, в принципе, зашла, она довольно-таки миленькая. И вот песня «Допамин» — это, ну, по-русски «дофамин». Это такое вещество, которое, в частности, считается учеными, разумеется, формирует чувство любви. Очень сильно на него влияет. Там обычной такой любви, скажем так, между мальчиками, девочки и так далее, а также материнской даже любви. В общем, очевидно, песня про любовь. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Фокус в том, что эта песня, конечно, есть на альбоме первом, «Миники» от Юнис, но клипа на нее нет. Но эту песню в финале, это была одна из двух финальных песен, как мне объяснили, пели, собственно говоря, девчонки, вот с ней выступали. И написал ее Тим Галактика. Тим Галактика — талантливые ребята, которые, например, вон на «Бит для яйца» написали. Мне говорят, что мне это понравится. Ну, как минимум, это будет неплохо, правильно? Правильно. Вот я, разумеется, отреагирую на перформанс-версию, потому что, ну, реагировать просто на песню при наличии перформанс-версии не очень правильно. А тут единственный минус в том, что здесь не финальный состав девочек, разумеется, тут немножко другие девчонки. Ну, посмотрим. Ладно. Если кто-нибудь потом заморочится и сделает натурально какую-нибудь версию, как бы этот клип, но с голосами девчонок из Юнис, то будет хорошо. Может, я отреагирую, потом попробую поискать еще одну версию. Вдруг найду в YouTube. Почему сразу не догадался? Ладно. Товарищи, перед началом реакции, как обычно, лайк, подписка, Boosty, и благодарю людей, которые меня поддерживают на этом самом Boosty, в особенности Шура, Антона Болюдиса, Лию Просина, Горш, Евгения Ерина, Дениса, Анастасию, Светлану, Муник. Готовы вы слушать «Дофамин»? 3, 2, 1, поехали. Ну, началось бодро. С студийным звуком. Котя Милаха, правда. Пока, да, похоже на Тим Галактику. Бодрый, веселый трек. С легким рок-налетом. Да, действительно хорошая песня. Да, такую песню могли бы отдать Итси. Я не могу. У меня прям улыбка лезет, когда я Котака вижу. Хороший вот этот моментик. Ну, вообще, здесь необычный разгон. Это все прехорус, как бы, правильно? Опять же, в припеве здесь добавили минора. Даже бридж есть, вы смотрите. Так мило. Хороший переход с таким высокой нотой. На-на-на-на-на.
Котка, просто такой ребенок, я не могу. Это милейшая манера японок открывать уши себе. Прям, я не знаю даже. В общем, да, это хорошо, весьма. Я не могу сказать, что прям какая-то моя любимая песня «Галактики», но я, скажем так, от шоу такого уровня песен редко ожидаю. Иногда мне везет и случается, например, как вот шоу... Господи, это как его последним Квиндом. Да, вот, там было несколько прям крутых песен, на самом деле. Это тоже очень хорошее, и неудивительно, что ее включили в миник. Удивительно другое, что для нее не сделали еще отдельные, скажем так, бисайд. Ну, просто перформанс-версию сделали бы еще одну с девчонками из, собственно говоря, вы поняли. Попробую сейчас в Тересараде найти что-то на скидку, да, чтобы сочетали вот это выступление и студийную версию. Скорее всего, не найду и вернусь буквально через секунду для вас. А пофиг, давайте посмотрим просто версию уже за шоу. Почему бы и нет, уже с финальным составом девчонок, потому что это Unis version, так называемая. Вот, не знаю, будет со звуком, надеюсь, хорошо. Будет плохо, вернусь опять на ту версию. 3, 2, 1, поехали. Если меня забанят потом за это, то что я сделаю? Я просто звук наложу другой, и все. Звук только, пожалуйста, побольше. Немножко по ариям на фоне. Да, здесь звук вполне себе студийный практически. Так, прерываемый шумом толпы. Тут, видимо, девчонок решили не мучить, сразу же пустить студийную предзаписанную версию. Мне это устраивает полностью. Или кто-то наложил. Это хороший момент. I want it, I need it. Бум-бум и зум-зум. Я не могу, так мило просто. Honey, honey, dizzy, dizzy, что она поет. Господи, YouTube, ты дурак по части управления, конечно. Вернемся. Мне надо будет посмотреть, на какое место Котока попала в группу вообще. С какого места? Мне уже скажут, я, конечно, и заранее посмотрю, но... Да, вообще девочки талантливые очень подобрались. И красивые. Танцуют здорово очень. Для молодой группы даже очень. Без каких-то провисонов. Не, реально, почему не сделали перформанс-версию хотя бы на эту песню финальную? Решили, что слишком много и так, и выступление, и перформанс-версия с шоу. Окей, но странно. В принципе, Супербо мне тоже понравилось. Не знаю даже, что из них лучше, честно говоря. Может быть, Супербум чуть-чуть лучше. Но она какая-то очень милашная, я не знаю. Она прям супер-пупер милашная. Но Допамин тоже классная.
Могли сделать две заглавки, почему бы и нет. Как-то так. Слушайте, еще одна приятная песня за это замечательное утро. Не утро, конечно, день на самом деле. Вот, как-то так. Спасибо, товарищи, за прослушивание. Очень приятно, что вы меня поддерживаете. Кто меня поддерживает, конечно. Ну, как минимум. Либо boosty.tv/sutakov. Это самый лучший ресурс, где мне можно поддержать. Потому что, сами знаете, я уже говорил тысячу раз про это. Не устану повторять. YouTube поддерживает никак. Ну, кроме как иногда попадание в рекомендации. Но не так-то часто случается, честно говоря. Вот. А так, лайк, подписка. Ну, и самое лучшее. boosty.tv/sutakov. Благодарю всех, кто меня уже там поддержал. И кто благодарил. Кто мне посоветовал эту песню, которая клевая. Спасибо.